вроде бы и все. Идет такая вот подготовка, и съемку будем делать вот этой камерой и экшн-камерой, которая закреплена на голове. Вроде бы установили, начинаю съемку. Пришел запоздалый подарок. Моя семья заказала подарок в Китае, оттуда прислали, и вот только что пришла посылка. И сейчас я буду открывать. Но перед тем, как открыть посылку, а там находится телефон. Вот такой маленький телефон, который прослужил, не знаю, по-моему, 20 или более лет. Вот таким вот образом происходит зарядка. И работал просто идеально. Почистил динамики, и все равно звук какой-то не очень-то такой вот громкий. Придется заменить этот телефон на вот этот телефон, который находится в посылке, запечатанный. Сейчас я и вскрою. Так, вот здесь вот лучше вскрыть, вот с этой стороны. Буду вскрывать. Коробочка черного матового цвета, однотонного черного цвета, очень приятного. Коробочка показывает то, что телефон очень и очень серьезный. Вот смотрите, выдвигаю и показываю. Ну до того красиво, вот не поверите. И сравнить вот эти два телефона. Ну, они фактически два одинаковых, что этот, что и этот. Но этот я знаю, он прослужил очень долго, а этот только что пришел. И первый раз я держу на четырех пальцах, посмотрите, четыре пальца, вот врать не буду, держу на четырех пальцах. И можно покачать эти пальцы, чтобы мышцы работали. Ну, прекрасно. Почему я выбрал именно этот телефон? То есть не я выбрал, даже мои сыновья выбрали. Я-то сам не понимаю в этих телефонах. Почему они мне выбрали этот телефон? Потому что он имеет защиту от случайного падения, как на твердые предметы, скажем, асфальт, камни, или об железо какое-нибудь, или об дерево твердое в виде дуба. Он эти удары случайные выдержит. Если упадет, например, или рука мокрая, будет прикасание рукой мокрой этого телефона, он будет работать и работать без проблем. Вот это первое, что мне выбрали мои дети, моя семья. Свояк тоже подключился к этому делу, тоже искал, чтобы именно телефон служил точно так же. И купить такой телефон, вот мы и купили. Все, вот такой вот телефончик. Кнопок здесь намного меньше. Здесь кнопок очень много. А здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть кнопочек. Больше нету кнопочек. Ну, теперь можно вот так вот посмотреть со всех сторон. Ну, просто потрогай. Потрогай. Классно, да? Приятный. Сейчас снимать, да? Вот смотрите, здесь есть обозначение, что вот эта кнопочка, это звук. И эта кнопочка, звук, тут есть плюс, здесь минус.
здесь. Непонятно что, разберемся. Камера, СОС. Это, скорее всего, включение, да, рисунок. Включать и выключать, все понятно. Теперь здесь есть открытые окна. Снимаю, да? Снимаю. Ой, какая красота вообще. И с этой пленкой это было очень красиво. Но тут видно, что сверху какая-то есть пленка. Здесь вот какие-то вот блики, что ли. Ну-ка посмотри-ка, что это вот за такое. Обычно пузырики. Пузыри. Значит, пленка, да, какая-то? Все правильно. Нажимать, да? Нажимаю. Включится, нет? Что-то не включается, наверное. Так, продолжаю дальше. Смотреть, что тут находится. Такие вот отсеки всякие разные. Тоже в пленочке. Зарядное устройство. Здесь находится шнур. Шнур, который подсоединить нужно вот таким вот образом. Вот таким образом. Все подсоединил. И теперь нужно сделать подсоединение. Подсоединение я даже не знаю где. Ой, какая красота-то. Ужас. Так, отверочка. До того приятно теперь крутить всякие болтки, потому что автомобиль Лада Калина почему-то не ломается, а мне скучно. И вот теперь можно открутить. Спокойно откручивается, без проблем. То есть я наслаждаюсь тем, что я откручиваю. Это очень приятно, когда откручиваю, и вот-вот что-то откроется. Это очень и очень интересно, что будет внутри. То есть открутил, открывает крышку. Крышка такая вот металлическая, толстая до ужаса. Это кошмары, потрогай. Это ужас, металл. Можно сдать на металлолом, деньги получим за эту крышечку. И здесь можно установить. Здесь кнопочку надо нажать, сдвинуть. Здесь тоже очень серьезно. Вот так берешь, раз, и карточка выскакивает. И теперь эту карточку каким-то образом нужно установить. Как нужно установить? Потом установим, разберемся. Ну вот эта крышечка-то прям вообще такая толстенькая до ужаса, дырдочкой, вот с такой вот дырдочкой. Здесь что-то не включается, но сейчас попробуем сделать подключение. Так, подключение делается вот здесь. Стоп. Продолжаю дальше говорить про этот телефон Duji S60. Сделали разблокировку телефона отпечатком пальца, и палец вот здесь вот прижимаю в этот квадратик, вот в этот квадратик, и посмотрим, как включится этот телефон. Посмотрите, раздается такой щелчок приятный, и сразу экран загорается. Здесь вот на веревочке что-то висит, придает настроение. Вот, вот смотрите, еще что-то качается, переворачивается, очень приятно. Ну и теперь можно посмотреть в одну сторону, в другую сторону. Ну, приятно. Буду учиться, тренироваться, как работать либо этим пальцем, либо пальцем в другой руке. Вот камера. Вот сразу же я камеру. Ага. Так, камера где? Вон она, камера. И теперь можно снимать. Вот смотрите, какая яркость.
Прям вообще шикарная. А резкость прям шикарная. Вот он мой палец. И здесь можно покрутить, так как я видел уже. Так, что дальше мне можно поделать с этим телефончиком? Покрутить. В желтый цвет перешел. Вот в красный. Слишком яркий цвет. Вот он цвет. Один к одному фактически. Ну что сказать. Отлично. Вот выключаю. Это только начало. Про этот телефон. И буду ходить с этим телефоном. И рассказывать и показывать. Сейчас еще что-нибудь найду. Сейчас немножко отвлекусь. Просто прекрасно. Вот врать не буду. Так, что же мне можно сделать? Ну, просто вообще шикарно. Вот врать не буду. Двигаю медленно. Передвигаю. И вот смотрите. Съемка. Вот на каком расстоянии. Прям вообще на маленьком расстоянии съемка. А может не съемка? Так, ну-ка съемка. А, остановилась. Ёлки-палки. Так, что дальше мне можно поделать с этим телефончиком? Покрутить. В желтый цвет перешел. Вот в красный. Слишком яркий цвет. Вот он, цвет, один к одному, фактически. Ну, что сказать, отлично. Вот выключаю. Это только начало про этот телефон. И буду ходить с этим телефоном и рассказывать, и показывать. Сейчас еще что-нибудь найду. Сейчас немножко отвлекусь. А здесь видео. Мне нужно передвинуть и нажать на фото. И если я возьму, нажму на кнопку и слегка придержу палец на этой кнопке, то будет 40 кадров в минуту или секунду, я не помню. Ну, по-моему, так будет. И хочу на природе посмотреть, как будет фотографировать этот фотоаппарат. Не, нету. Заодно посмотрим, как снимет камера этого телефона. Остановили автомобиль, водителя попросили, чтобы он помог вытянуть вот этот автомобиль. Водитель этого автомобиля остановился на обочине и тем колесом просто-напросто провалился в снег. А она тяжелая и просто очень тяжело. Первый раз не получилось. Ремень именно вот в этом месте порвался. Аж получился выстрел. И теперь пробуем еще раз, как получится. Ну, пробуем. На, получишь себе. Пригодится. Ну, давай, пробуем. Так. Узел затягивается. Затянулся. Выстрел. Никак не получается. Вот представляете. И два колеса просто туда. Что делать? Не знаем.
А я хотел своим автомобилем помочь. Вы представляете, а не получается никак. Что там получилось? Да, трос нужен. Капитально сел.